Компанию Hyper сложно обвинить в миниатюризации пауэрбанков. Многие модели мобильных аккумуляторов производителя крупные и увесистые, зато и емкость их немалая. В нескольких сериях она достигает 20 тысяч мАч. Сегодня мы рассмотрим два устройства из линейки SP емкостью 5000 и 12,5 тысяч мАч. Поскольку емкость Hyper SP 5000 стандартна, то и корпус этого пауэрбанка совсем невелик. Устройство изготовлено из белого пластика, а боковые накладки имитируют вставки из натуральной кожи. В самый раз использовать Hyper SP 5000 с новыми планшетами и смартфонами Samsung, оформленными аналогичным образом. Устройство сделано просто. Для зарядки встроенной аккумуляторной батареи используется разъем microUSB. Соответствующий кабель, естественно, включен в комплект поставки. Стандартный выход реализован в виде плоского кабеля с разъемом на конце, который помещается в специальную боковую канавку на корпусе. Максимальный ток зарядки в этом режиме составляет 1 ампер. Полноразмерный выход USB обеспечивает ток до 2,1 ампера, что очень хорошо подходит для быстрой зарядки планшетов. Индикаторов на корпусе немного, поэтому остаток заряда не отображается. Логика здесь простая. Красная лампочка – собственная подзарядка. Зеленая лампочка – зарядка телефона или планшета. Hyper SP 12500 имеет емкость в 2,5 раза большую, поэтому корпус этой модели куда массивнее. Такую зарядку уже не положишь в карман. Как и в случае с Hyper SP 5000, корпус полностью пластиковый, а боковые панели декорированы под кожу. Оба выхода оформлены в виде полноразмерных разъемов USB. Один из них рассчитан на отдачу тока 1 ампер, второй до 2,1 ампера для ускоренной зарядки. Сверху предусмотрен 4-сегментный индикатор. Обе зарядки базируются на стандартных аккумуляторах типа 18650, поэтому даже после существенного снижения основных характеристик устройство можно восстановить. Но поскольку они запросто выдерживают свыше 500 циклов заряда-разряда, то даже при практически ежедневном использовании пауэрбанка хватит на 2-3 года, за которые потребитель наверняка несколько раз сменит смартфон. Емкости Hyper SP 5000 достаточно для того, чтобы зарядить среднестатистический планшет один раз, а тот же iPhone 5S – два раза. В случае с Hyper SP 12500 энергии, запасенной в аккумуляторе, хватает на 2 полные зарядки планшета или на 5 зарядок батареи iPhone 5S.